Расскажу только, что Алексей, пожалуй, просто Алексей, обладает таким качеством, такой способностью магнетизма. Вот кто вас сюда притащил? Что вас сюда привело? Это вот та сила магнетизма. Это магнит Мишин, который прежде всего притянул знания, которые дал ему отец, институт, школа. Притянул хороших учеников, сделал из них хороших фигуристов, которые притянули медали, мастерство, и вот теперь вы здесь. И не только вы, весь мир наверняка сейчас, преодолевая расстояние, смотрит на достижения фигуристов, учеников Алексея Николаевича Мишина и продолжает восхищаться. Пожалуйста, не выключай свой магнит еще долгие-долгие годы. Спасибо, товарищ.